своих 7 лет 3 Юля занимается гимнастикой. Юная спортсменка приехала вместе с мамой из Благовещенска. Всего из Амурской области в соревнованиях принимают участие 11 человек. Мы привезли две команды 2013-2015 года рождения. У нас две мамы в составе команды. Мы очень сильно переживаем за всех наших деток. Готовим их, настраиваем к выступлению. Но стараемся, чтобы у девочек был спокойный, позитивный настрой и не было эмоционального перенапряжения. Для кого-то эти соревнования первые, но в копилке Юли уже с десяток выступлений. Мои любимые элементы – это мостик и колесо. А нелюбимые элементы – это когда сидите на шпагатах и танцуете. Впервые соревнования провели в 2013 году. Тогда они были региональными. В этом году в них принимают участие больше 600 гимнасток из 22 регионов. Всероссийских соревнований по художественной гимнастике в Бурятии не было до этого. Это первые наши соревнования, надеюсь, не последние. Во-вторых, дети выполняют более высокие разряды. Выступают в групповых и индивидуальных программах. В качестве снарядов – обруч, мяч, булавы и лента. Здесь достаточно требования сложные. Всероссийские соревнования согласно правилам. Правила неоднократно у нас менялись. Постоянно приходили изменения. Мы меняли программы. Одни получают опыт, другие – звание мастера спорта. В итоге большая часть призовых мест досталась хозяйкам площадки. Ася Касьянова, Алексей Ромашов. Новости дня.